Приветствую всех. Меня зовут Березанская Анна Шулимовна. Я ведущий преподаватель Центра специалист, руководитель направления бухгалтерский учет. Работаю в Центре специалист с 1997 года. Опыт работы в сфере бухгалтерского учета более 25 лет. Вашему вниманию представляется новый курс «Практикум по бухгалтерскому учету. Разбор ситуационных задач». Курс рассчитан на 16 академических часов и является логическим продолжением курса «Бухгалтерский учет. Теория и практика». Составлен по наиболее часто задаваемым вопросам слушателей, практикующих бухгалтеров. Представлены, как уже разобранные на теоретическом курсе вопросы, но с усиленным практическим аспектом, так и совершенно новые ситуации, которые не вошли в теоретический курс. Такие как выход учредителя, выплата действительной доли, распределение доли высшего учредителя между оставшимися учредителями и другие. Курс построен в основном на двух отраслях права – трудового и гражданского, и поэтому много задач посвящены актуальным вопросам оплаты труда. И если в теоретическом курсе разбирают стандартные вопросы расчета и начисления оплаты труда при различных системах оплаты труда, общий вопрос налогообложения оплаты труда, то в практикуме решаются конкретные задачи расчета среднего заработка в различных ситуациях, а также другие зарплатные проблемы. Остальные темы основаны на нормах гражданского права и носят зеркальный характер. Одна и та же ситуация рассматривается глазами учредителя и дочки, арендатора и арендодателя, поставщика и покупателя, заказчика и подрядчика. Во всех сюжетах обязательно попутно решаются смежные задачи, такие как авансирование, НДС с авансов, выдача денег под отчет сотруднику, отчет сотрудника, кассовые операции, банковские операции, формирование расходов, отражение доходов и другие. Последняя тема посвящена формированию бухгалтерского баланса на основе исходных данных и составлению отчета о финансовых результатах. И здесь прослеживаются крепкие межпредметные связи с курсом «Финансовый анализ» и «Практикум по финансовому анализу», где фактически данные, представленные бухгалтерией, анализируются и даются рекомендации по финансовому оздоровлению компании. Какие задачи стоят перед новым курсом? Подготовить начинающих бухгалтеров к практической деятельности в бухгалтерии компании. Научить применять нормы гражданского, трудового и налогового права при отражении хозяйственных операций компании. Помочь слушателям достойно пройти тестирование при приеме на работу на должность бухгалтера, а тем, кто учится в ВУЗе, сдать экзамены. До встречи на практикуме по бухгалтерскому учету!